Здравствуйте! Сегодня среда, 2 июня 2021 года. Мы продолжаем отслеживать перелеты из аэропорта Бен-Гурион, Тель-Авив, Израиль. И на сегодня запланированы рейсы. Мюнхен, Германия. Цюрих, Швейцария. Афины, Греция. Ларнака, Кипр. Родос, Греция. Рамон, Эйлат. Тиват, Монтенегро. Батуми, Грузия. Париж, Франция, Ираклион, Греция, София, Болгария, Рамон, Эйлат, Ларнака, Кипр, Рамон, Эйлат, Лондон, Англия, София, Болгария, Варшава, Польша, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки, Будапешт, Венгрия, Миконос с остановкой в Афинах, Греция. Баден-Баден, Германия. Рамон, Эйлат. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Минск, Беларусь. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Париж, Франция. Рамон, Эйлат. Пафос, Кипр. Брюссель, Бельгия. Афины, Греция, Киев, Украина, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, Рамон, Эйлат, перелет был отменен, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Франкфурт, Германия, Рамон, Эйлат, Лондон, Англия, Рамон, Эйлат, Афины, Греция, Париж, Франция, Тбилиси, Грузия, Стамбул, Турция, Тбилиси, Грузия, Нью-Йорк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки, Бухарест, Румыния, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Майами, Соединенные Штаты Америки, Махи, Сейшельские острова, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, Чикаго, Соединенные Штаты Америки, Торонто, Канада, Аддис-Абаба, Эфиопия, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Лос-Анджелес, Соединенные Штаты Америки, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Лос-Анджелес, Соединенные Штаты Америки, Амстердам, Голландия, Франкфурт, Германия, Прага, Чехия, Франкфурт, Германия, Стамбул, Турция, Франкфурт, Германия, Афины, Греция, Киев, Украина, Афины, Греция, Москва, Россия, Ираклион, Греция, Лондон, Англия, Стамбул, Турция, Рамон, Эйлат, Батуми, Грузия, Родос, Греция, Салоники, Греция, Ираклион, Греция, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Маги, Сейшельские острова, Киев, Украина, Ираклион, Греция, Афины, Греция, Париж, Франция, Москва, Россия, Цюрих, Швейцария, Рамон, Эйлат, Ларнака, Кипр. Всего на ближайшие сутки запланировано 109 перелетов. Один перелет был отменен. Всего за границу будут осуществляться рейсы по 37 направлениям. Это такие направления, как Мюнхен, Цюрих, Афины, Ларнака, Родос, Тиват, Батуми, Париж, Ираклион, София, Лондон, Варшава, Нью-Йорк, Будапешт, Миконос, Баден-Баден, Дубай, Минск, Пафос,
Брюссель, Киев, Абу-Даби, Франкфурт, Тбилиси, Ростов, Стамбул, Бухарест, Майами, Маги, Чикаго, Торонто, Аддис-Абаба, Лос-Анджелес, Амстердам, Прага, Москва и Салоники. Это все на сегодня. Спасибо за внимание и до встречи на моем канале.